Буквально на днях 63-летняя жительница областного центра обратилась в Южный отдел полиции Кустаная с заявлением о пропаже у нее из квартиры крупной суммы денег. Всего исчезли 7200 долларов и 2800 евро, то есть примерно 4,5 миллиона тенге. Женщина поняла, что исчезновение было не случайным. Подозрение заявительницы пало на малознакомую девушку, которую она нанимала в качестве домработницы по уборке квартиры. Женщина приходила 1-2 раза в месяц, где-то в период с осени текущего года. Позже выяснилось, что сначала из квартиры евро и доллары исчезали по сотне, но потом, очевидно, аппетит похитителя разыгрался. На след подозреваемой полицейские вышли в считанные часы, несмотря на то, что она находилась далеко за пределами города, в одном из сел Кустанайского района. Сотрудниками Южного отдела полиции была установлена и задержана 47-летняя жительница города Кустанай, ранее несудимая, которая призналась в совершенных хищениях. Денежные средства у подозреваемой были изъяты частично, так как часть денег она уже успела потратить. Выяснилось, что частью похищенных денег женщина успела оплатить кредит одной из родственниц. Оставшуюся сумму она положила на счет в банк, открыв депозит. По данному факту ведется досудебное расследование по статье «Кража в крупном размере». Диара Ахметчин, Наталья Луговская, РТН.